Служба госдоходов приостановила деятельность частично принадлежащей российскому миллиардеру Петру Авину компании «Клауди Муйжа». Также применен запрет на реорганизацию компании и смену участников. Долги по налогам компании на 20 июня составляли почти 5,5 тысяч евро. В 2020 году «Клауди Муйжа» работала с оборотом в 323 тысячи евро и понесла убытки в размере более чем на 3,5 миллиона евро. Финансовые результаты за 2021 и 2022 годы не публиковались.